Айс, привет. Я тебе, зритель, тоже привет. А? Полетел. Ну все. Блин, я даже не знаю, какой сегодня день. Четверг, по-моему. Я чихаю, рука трясется, поэтому. Кому мешает то, что она трясется, подарите мне стабилизатор. Потому что это вам мешает, а не мне. Можете даже комменты написать. А, ты наглая Лёля, ты нам должна, мы тебе ни хрена. Эгегей. Ну, как мне последние лет 6 периодически всякие сказочные тозавры пишут. Ой, я как-то снимала тут как это. Ноги на свои, на гамак зафигачила. Короче, сегодня, наверное, пятый день бытия. В воскресенье я вечером приехала. В понедельник утром уеду, чтобы в среду утром вернуться. У нас тепло. Я вчера купалась. Правда, в туничке. Но мне соседка вчера вечером пообещала купальник. Совершенно новый. Совершенно никому не нужный. Я забыла как-то совершенно купальник. Узнала, что вчера узнала, что при Луках есть суперский пляжик. Ну, там есть так себе. Небольшой. Но с каменным дном и с песочком, как пляжик. А тут конкретно такой хороший пляжик. В Инстаграм, по-моему, в телегу скидывал даже фотки. Первый ролик пишу, причем на телефон. Что-то как-то не доходили руки. Что-нибудь заснять, не было идей каких-либо. Короче, монтирую там тут по чуть-чуть. У меня там в монтажке стоит ролик с 29 мая по 1 июня этого года, с первого приезда, на телефон заснятое, там что-то аж на 33 минуты в сумме. У меня снова эти дурацкие дрозды поселились тут. Причем уже на елке. Каринке трындец. Меня закусали слепни, когда я тут на днях ездила по круговой дороге. Тепло у нас, короче, сейчас вот утром было уже плюс 27. Мы все же, наверное, ближе к Тверской области. Там по радио словилась Тверская волна и говорилась погода, что чуть ли не до 18 июля будет, типа жара такая. То все. Там в бутылочке из-под минералки у меня кусок руки сейчас вылез. Медовая водичка. Потому что медогонку мыли, окачивали. Опять кусок руки вылез. Плитка, короче, сейчас спинка тети с этого со вторника готовлю на улице на плитке. Ну, во вторник уже так конкретно жарко было. В понедельник я что-то не помню. Ну, может, потеплее. Мы с ней соорудили душик. В одном месте такой полноценный. Ну, и шланга, конечно, с прудовой водой мыться. Но теперь можно спокойно использовать губочку. И надо сюда будет новый гелик для душа. Потому что у меня тут немножко шампуня, немножко гелика. Прошлого года есть. Вот они закончатся, думаю, уже к концу недели. На вот сюда, наверное, возьму гелик, который был заявлен на этот самый, блин, как он там, на уход июля в городе. Потому что большую часть я все-таки тут планирую провести. А поеду чисто вот на пару дней снять смородину красную. Сразу сюда вернусь. Ну, через 2 дня утром приеду, вечером в сад, потом... Еще раз в сад на следующий день, а потом утром в 6 утра уеду обратно. Ну, соответственно, с кошкой. Ну и так, может, какой еды еще себе прикуплю. Молочка вот. Мне добрая сестрица привезла молочка белого хлебушка. Но молочко почти заканчивается, но это жиденькое. Я сегодня омлетик делаю. Я вообще стараюсь сейчас, ну, фоткать еду, которую хаваю на завтрак. У меня сегодня был омлетик. Потом инсту, может, скину там свои завтраки, обеды, ужины. Стекло, которое на Озон купила, хоть вчера была сеть, но как-то мне не дошли руки в Озон написать этот дневный отзыв негативный. Короче, купила стекло специально перед деревней, чтобы на телефон наклеить. У меня тут просто пара кусочков обломилось. Местами даже так приличненько. А стекло оказалось обракованное. С трещиной, точнее сломанное. И потом оно полностью пошло трещинами. Короче, фуфло какое-то.
Ну, у них иногда бывают товары по скидке, а тут вот не поймешь, то ли оно по скидке было, потому что фуфло, то ли что. Его чисто брала, потому как бы... Ой, тут ноги, наверное, мои. Как бы вблизи. Вдруг кто поборется, этих ног сюда хоть повернусь пока. Да, тут на гамаке, короче говоря, то, которое вот на нем стоит, которое я подружке заказывала для ее Хонора. Тоже Хонор 9А у нее. Сейчас моего пинка я ей посоветовала именно такой купить. А не какой-то там дороже, но с куцей батареей или типа того. Или с наворотами, которые не нужны совершенно игровыми. Короче говоря, Зиберинга вроде, я уж не помню. Ну, в общем, то стекло, оно долго доставлялось. А это стекло, которое я заказала, доставлялось на следующий день. Но у меня не получилось на следующий день забрать. Забралось через 2 дня. Ну, сути не играет. Короче, стекло вообще фуфло такое конкретное оказалось. Даже если бы оно не было, вот, ну, оно там с кусочек отломился от него, треугольничек такой в районе камеры, если клеить его. Я подумала, ладно, хоть так немножко, пока на время заклею. А когда стала пытаться приклеить, оказалось, что клеящая там была только пленка на нем. Само оно вообще никаким местом не клеится. И оно тупо пошло трещинами, там даже несколько кусков отвалилось, отпрыгнуло, треск такой был. Я вчера еще на полу последний кусочек от него нашла, от этого стекла. В общем, супер защита такая. Все параметры, как на том, что у меня сейчас на Huawei, ну, типа для Honor 9A, да-да, оно все подходит, только не клеится. Идет трещинами. А еще трындец такое продавать. Там птичка какая-то летает. Ласточки тут где-то живут. У меня соседки сегодня уехали утром купаться, потом ближе к вечеру. Но у меня утром надо тут всякие дела было доделать. И как-то мы изначально договорились на 2, так же, как вчера. Чуть Таня приходила, меня оповестила. Поэтому лучше во вторую половину дня съездить. Как бы я договорилась, что на вторую половину дня я к ним присоединюсь. Так вот, если там сеть будет, я, может, этот ролик тоже залью. Если вы его увидите раньше, чем я приехала в город, то, знаете, я его залила. У меня тут где-то кошка была справа по борту. Но пока я тут трындычала в телефон, она куда-то уже заныкалась. У меня кошка, еще котеночек, ей еще 4 месяца с хвостиком. Я ее тут обрабатывала от блох и клещей. Тем же средством, что на Вайтберс как-то уже покупала. Тут у нас сова какая-то такая плаксивая была вчера вечером. С соседкой пили, я что-то увидела, у них дым, думаю, что хоть такое надо проверить. Все ли в порядке. Оказалось, они самовар на улице грели. Угли, ну, тот, который с углями, печку обычно вставляет, окошко тут. Наш-то самовар один электрический был. Отцовский, по-моему, бабушке одной из отдали в свое время. Бабушкиной сестре какой-то. А другой увезла младшая сестра двоюродная к себе в частный дом. Я помню, он подкапывал у него краник, там такая же ситуация. Я периодически смотрю на Озон, если вижу или так где-то в сети, картинка самовара, меня подмывает заказать. Но стабильно душит жаба. Поменьше какой-нибудь самоварчик. Короче, какой-нибудь самоварчик я все-таки себе как-нибудь закажу. Может, даже сюда. А сюда, если только электрический. Ну, как бы в печку-то можно, но надо будет еще трубу. Труба наша проржавела. Мы соседке отдали, типа, хуже забрала. Тетя моя отдала. Так вот, чай из самовара пила я вчера вечером. Круто. Птички. Что разорались, а? Котенка для вас не долезет. Блин, я даже уже не помню, что там на телефон такого наснимала. Помню, что вроде кошки ругались, или типа того, я их пыталась заснять. Вчера соседка, короче, видела лося. Прямо к огороду подошел. Впервые, вот вообще, по-моему, мне кажется, за все время.
Лось очень близко к Масеевскому подошел. Вообще в Масеевское приперся, можно сказать. Видела дядю по круговой. Ездила, когда вообще у поля зависала с сетью. Он сказал, что медведя больше нет. Короче, можно безболезненно ездить по круговой спокойно. Ни медведей, ни кабанов. А зайчик куда-то, говорят, что зайчика съели. Зайчик мне больше не попадался. Кто тут скакал? Вот жопы с ушами очень обнаглели. Каждый день, вот уже на второй, наверное, или третий вечер подряд, в избе по две штуки. Вчера на крыльце двое сидело. Ну, Дашка, Тишка, какие, блин. Алиска захомячила их. Очень геморная. Тут все в меня врезалось. В синяк бабочка. Потом позавчера сидела на чашке у меня так в наглую в избе. Причем, ладно бы, ночная, дневная. Мерзкая такая рыжая. Так вот, теперь у меня есть полноценный душик тут. На орешнике на малом есть орешки. На других орешниках старых тоже есть орешки. На сливе почти ничего нету. То ли прискакали эти какие-то коты сюда. Что они так верещат? Потому что на малы-то вроде не так сильно реагировали. То ли хрен знает, что им тут надо. Так вроде ничего особо нового не происходит. Ну, в смысле, все, что новое я тут поведала вам в видео. Рука устала держать телефон. Поэтому пока, те зритель.